сложно не было, нельзя опускать голову. Жизнь продолжается, конечно, да, все мы расстроены, все мы хотели для Уникса и выиграть что-то, но, к сожалению, если индивидуально сильные игроки, отдельно каждый в отдельности, какие бы они сильные не были, но если они не вместе, то это не команда. Это друг за друга умирает, ложится временами, всплесками вы видели, но так и мы не смогли ей ставить.